Не, капа. Решать наоборот. Первую катку болят, короче, глаза только. Потом ты привыкаешь и становится изи. Без него уже не можешь. А Ваня улетел. Ваня, ты здесь? Ты спать свой никогда не брошу. Правильно? Когда курить бросишь? Подо мной Вадик. Скажи, когда есть бат? Я не курю. Кто со мной садится? Кто садится? Нет, на Ваню. Я с тобой. Блять. Там у тебя жопа или что? Не, милту. Ржу их, пожалуйста. Приземляются вроде, нет? Да все, все. Ну, все, он прошел, я ему ответил. Все. Да. Не, до милты никто не долетел бы. Бля, еще тарелку, короче, брал. Ага. Елок не было, отлично. А. Чё? У меня еще кофеек. Не буду отвлекать от дороги. То, блядь, всякое может быть. Долго ли стримить буду? Да, долго. Сегодня планировал очень долго. Часов 10, наверное. А мне кажется, или наш вазик быстрее? Блять, ребят, вы видите эту хуйню? Вы просто видите? Просто видите топку М. Блин, вазик с крыши быстрее, чем обычный, или что за дерьмо? Походу. Я в ангар. Давай. И отдайте мне ангар. Езжайте дальше. Он всегда там лутает. Флешка, ну уйди оттуда, блять. Я дай посмотрю хотя бы что-то. Тут нет ничего. Нахуй спойлерить, он даже не добежал дня. Блять, флешка, ты издеваешься? Нахуй вы его позвали? Капец, токсик. Вы позвали, так это ты его позвал. Да, действительно, ошибка была с моей стороны. Ой, блять. Блять, у меня крошки на коврике. Неприятно. Какие крошки? Малышки? Я знал, блять, что кто-то выдаст эту хуйню. Я просто ждал. Кто как не я. Стримеры любят такие шутки. Я задаю тут в чате, что у меня кто-то есть. У нас тут кто-то есть в городе еще. Кто дает такую инфу? Он жёг. Кто, блядь, рожок? Да, рожок. Конечно, это он и есть. Походу. Ребят, взял арбалет? Интересует?
Бля, постоянно, когда пирожок говорят, вспоминаю эту ебаную рекламу, у меня в парке рядом с домом. Там стоит этот ларек такой, где продают мороженое, рожки. И там реклама: я рожок, съешь меня, дружок. Помню, там тоже однажды этот чел был, который сдавал листовки, он был в костюме этой хуйни. Ну, в костюме мороженого. Интересно, ту же самую фразу говорил? Ребят, начинаются торги. Что вы готовы сделать за X4? Чего? Понял. Нет, так нет. А, ну все, я, получается, выиграл. Походу. Я побежал дальше. Ребят, что, кстати, за Собчак кто будет голосовать? Кроме меня. Нет, только ты. Блять. С вами Ксения Собчак и Ксюша Бородина. Бородина. О, Кекс, ты, кстати, в чате еще? Или ты уже уебал? Где нормальное оружие, Алла? Почему, блядь, я перед дробовиком бегаю? У меня тут есть темочка, кучу калашей пропустил. Пересуд может бежать сюда. Я пойду ферму залутаю туда. Надеюсь, это не будет хуёво. Не дай боже, блядь, тут кто-то сидит. Не дай боже просто. А правую сторону кто-то удал? Мильцы. Не, я там на углу только три домика взял. Может, я лутал что-то. Просто тут двери открытые в домах. Я лутал. Я лутал там. Где? Вот тут вот я на... не лутал. Алина, смотря тебя, какой тебя. Донат. Лутал. С кого снять и кому дать. Странно. Че? Странно, просто никого не было. Там двери открыты. Так я лутал уже. Это был я. Я думал, кое-кто другой. Да. Обычно ты, блядь, шутишь на эту тему, ебаная. Альберт Эйнштейн. Как? Да, сука, смешно. Заебал меня чупик на моей голове. Найс трек. А есть увеличенная у кого-то? Обойма. Магазин. У меня большой так-то. Слышь, ты там живой вообще? Что-то давно молчишь. Расстроился еще? Да, я живой. Да.
патрики. Блять, короче, на ферме надо лутаться всегда. Я всегда прихожу просто после милты, у меня нихуя нету. Захожу на ферму, и тут есть все. От мало до велика. Флешка. В чем? А почем у тебя модерка? Не продается. В смысле? Ну так. Всегда у всех продается. Ну, блин, за... Не знаю. Супер какой-то внушительный поддержка МБ. А так, типа, в чем прикол вообще? Такая, насколько она внушительна? Да не знаю, да что за вопрос вообще? Кому вообще нужно модерку покупать? В чем прикол модерки? Ну вот у меня вопрос стоял в чате. Сколько будет передать модерку с одного человека другому? Не, ну это уже другой вопрос. В смысле другой? Про такое меня спрашивали. Ну типа убрать у кого-то модерку. Ну и передать при этом. Как бы не просто убрать. Ну и что ты ответил? Блять, надеюсь, это взрывом вынесли. Я ответил? Не, я спросил, с кого именно убрать и кому передать. От этого как бы зависит. И чё? Чё-чё? То есть... Но мне не ответили на этот вопрос. Понятно. От этого зависит, да? Вот так вот. То ко мне приезжает хуйня. Слышишь, эта тачка ко мне приезжает? На аэродроп они подъехали вообще. Или чё? Не-не, они у меня лутаются. У меня лутаются участки. Подъедете ко мне? Есть тачка? Угу. Их можно тут брать. Тачка. Приехали ферму лутать? Не-не, у меня нет тачки. Ладно, я побежал пехом. Возможно, он вообще один подъехал на мотоке. Подо мной топает. Дай эту хуйню. Левчан. Давайте мэть едет. Угу. Я думаю, ты справишься, там левчан. Сразу убери, нет? Нет, не сразу, но ты был. Я ультимейт уебал нахуй, если это был ультимейт. Куда, блядь, этот тут взялся? Пиздец. А, чё ты, Флешка, там что-то говорил про эту тему? Я говорю, то есть ты людей оцениваешь, да? Типа, у каждого своя цена есть. Ну, конечно. Так вот, понятно. В смысле, так всегда с этим человеком можно договориться. И сам этот человек будет не против, я думаю. Но вы в итоге не подваливаете, да, ко мне? Нет. Окей. Я нет. Второй ответ. Нафиг ты нужен? Понял вас. Ну, вообще-то я топ-киллер в нашей пати, если вы еще не заметили. Топ-киллер? Да. Хз, ты единственный в нашем стаке, кто умудрился при 5 победах 4 раза. Иди нахуй! А, Кекс, я просто хотел узнать, что там по клаве. Ты вроде на красаре сейчас сидишь, как она тебе вообще? Поехал к вам. Короче. In position. I'm in position. Roger that. Okay, let's go. Есть тиксовые прицелы? Окей. Кексу понравилась, кстати, клава Корсар. Бля, но она же намного лучше SteelSeries. После нее, если садишься на SteelSeries, то ты думаешь, что это за высер ебаный. Есть второй шлем у кого? Кто-нибудь видел? Нет, сам ищу. Ебать, Ваня ушел. Ну тачка есть, но может нет. Ну просто пиздец как далеко. А не хотим, едет. Граждан? Едешь. Еду к тебе. Можешь дефить? Бегу к тебе. Псих, я тебя подберу. Наверное. Еду куда-то. Ладно, подберу куда-то.
Садись, го гараж займем, Флешкин. Они переехали, короче, на гараж, который выше. Походу. Надо мной, который. Его. Вот. Нет, толбур. Хотел, кстати, сначала его занять. Я даже приехал туда, потом приехал сюда. Молодец, блин. Флешка надо, кстати? Что по эксовым прицелам? В смысле, не ты сказал, тебе не надо? Сказал, не надо. Ладно, в принципе ничего не меняет, я просто буду сидеть тут и все. Я просто буду лежать тут. Нет, ладно, я буду лежать тут, я зайду дальше. Я, кстати, что-то это... По кайфу стал зажимать с X4. Прям вообще нормально. У меня одна такая болезнь, интересно. Какая болезнь? Чего вы делаете? Зажимайте X4. Я паркуюсь. Зачем? Я завез вазик уже. Или что? Ну, наш вазик паркует, очевидно. Я хочу опять. Так, я застрял. А, нормально. Они, по-моему, там чекают. Да, они сидят в верхнем гараже и чекают. Смотрят, что к чему. Могу въебало дать одному из них, интересует? Ладно. Что-то он как-то не уверенно. Это делал. О чем мы до этого болтали, забыл? Про платную модерку? Что-то еще было интересное. Че за высер? Кто стрелял? Да я так, по фану, без обид. Бля, все. Рофлеры в пати, блин. Один вазик паркует, второй стреляет по фану. Кстати, лежа квикскоп не работает. Кайфа. Прицел смотрит в одну точку, когда целишься в другую. В смысле, всегда так. Даже сидя вот. Даже стоя. Все, короче, не пизди. Нет, стоя нет. Точно нет. Значит, чекал и так и есть. Может, конечно, зависит от того, где. Да, наверное. Типа от высоты и там. Не, возможно, работает. Возможно, работает. Че, по кругу? Можно найти второй. Да, мне кажется, Ваня сдохнет в итоге. Я видел это видео. Да, блядь, я во все тяжкие пошел, пошел эту хуйню лутать. Самолет с облепихой. Блин, можешь я в стекляху занять, может? Нахуя? По-моему, в стеклях это супер высер. Вот это, в частности. Вазик едет с моста на 195-210. Три тачки там ездят. Тут. Давайте подождем, они могут там приехать. По-моему, они там тормознули. Ты че? А, там фан. Там вообще лютый экшн. Ой, так это раз. Да это хуя! Не так. Просто интересно, не приедут. Не поняли. В смысле не приедут? Думаешь, не слышали откуда, что ли? Давайте похолодим, они реально подъедут, стоим и их выебем. Они вышли там. Они там между собой там фанятся. Ох, блядь. Карта дерьма просто. Там еще там лодка еще приехала или что? Да, мотак едет. Ебать там весело. Короче, минус 5 человек сейчас будет минимум. Скриньте. Все, да, он не на тебя пялится. Вот так. За нами где-то там на горе.
Кстати, забавная вещь. Когда переключаешь камеру, третий вид первый, то меняется тоже место, куда ты целишься. Это как, блять, вообще? Нахуй возможно? Да, кстати. Это бред. Так а куда, ну, вот ты... Первый если... как раз в прицел, типа, смотришь. Туда же, куда и в прицел. Смотри, Игорь, если просто смотреть на третье лицо, допустим, на замок, ну, тогда... переключаешь от первого, смотришь на центр двери. Ну, тогда. Потом, если опять от третьего лица смотришь, то и зажимаешь правую кнопку, то целишься правее двери. Блять, ебаный бред. Там тачка все еще катается. Рофлит челики. Наверное, на тот гараж. Хотя, там тот гараж не в круге уже. Сашка, ты чекаешь? Там 330, чем-нибудь такое. Я чекаю просто... Понял. Куда-то. Ну, вэ, короче. Просто чекаешь. Там... Просто чили. Рейс будет? Едет что-то. Где? Где-то. Там, е... короче, какой-то движ у того гаража, она в НВ, который... Едет что-то где-то. Ну, просто слышал звук тачки. Да, там едет к тому гаражу, базик. Пошли они нахуй. 50 фэпса, кстати, при этом. Куда смотришь? О, у меня 30-очка сейчас была. На 210. 40 сейчас. 45. 210? У меня 53. 59, 60. Кайф вообще. Согласен. Там сзади какой-то фан лютый. Я к тебе на балкон, Сашка. Забит. Тачка едет оттуда. Ну тогда, да-да-да. А, стоим. По-моему, еще вот тут, типа. Ну, но там... Ты знаешь, на 330 какое ебенило жесткое? Да-да-да, слышь. Ну там воюют чё. У нас отсюда нужна щиточка. О, мы... А, там в круг еще мил-то. Нам в круг надо. Погнали, бать. На вазе. Пать там мясо. Ребят, без обид, я буду сейчас стрелять. Все, обстрелял. Возьмите меня на тачку. Флешка, блядь. А, поседовал. Она точно выйдет отсюда? Давай. Ехай. Пожалуйста, только не взорваться. Блять. Мы просто въехали. Пожалуйста. То справа аэрдроп за камнем? А, нет, крышу дома виднелся. Давай тормози. Побил. Че такое? Господи Иисусе. Ха-ха-ха, не Лаома. Нихау, ёпта. Можно потише в этой ситуации? 4 тут лишь надо кому? Тачка. Сзади едет, тачка за нами. Там шлем есть у него? А, что-то мимо кассы. Флешка. Че? Шлем был нормальный у него? Не, сломал. Я просто бежал, думаю, нужно где-то здесь лечь, и смотрю, и чел лежит, просто смотрит на себя. Психа, не пособишь меня тут? Я на других камнях стою. Еще тачка едет сзади. Ебать, ребят, у меня сейчас позиция будет шикарная. Ты не в круге. Я понимаю, но позиция шикарная. Ладно, я пошел. Шикар. Передо мной тачка между нами, вот здесь, слышишь? Можете сюда поглядывать? Остановились. Между нами тает ли? За кругом остановились. Точно? Никого да. Не вижу. Вижу, типа. По полю бежит. Тут нокнул. Сейчас правый пикал. Ага.
Ебать бы команды, ребят. Просто класс. Просто блин, всех чё... контролили. Они только сели меня почему-то сразу. Блять, где? Интересно. Они за зоной, что ли? Да, они ну, за да. зоной. Но не все. Нет, я специально, куда? Если что, этому челу не стрелял в голову. А есть какой-то шлем какой-нибудь второй? Да, тут есть. Нет. У меня, подбирай. Миник тут. Интересует миник кого-то? У меня только увеличенный магаз. Интересует, если... Где, блядь, шлем? А нет X8 ни у кого лишнего? Ладно, я миник возьму, короче. X4 только есть. Не понял, блядь. Где мой X4? Выпал. Там флешхайдер был. Чё это высер вообще? Я под навес пойду, наверное. Тут баги стоит, если че. Нахуй ты это говоришь? В свекляхе могут быть челы. Блять, кажется, видел чела. Да, да, вижу чела, ребят, из желтого дома СЕ! Из желтого дома СЕ, три чела вышли. А давно окнул. Бегут. У меня один хп, хилюсь аптекой. Мой сдох. Добил твоего. А, красавчик. Один за бревнами, другой в доме еще. В каком доме? В том же. Назад вернулся, желтый? Да, в том, да, а, да, вижу, да. Вижу, обратно зашел. Вижу его. Че он делает? За бревнами убили, да, нет? Нет. Понял. У меня просто паника какая-то. Дал, он выбежал из дома. А, отлично. Они не пьясь еще. Что, блядь, это вообще из другого стака чел подлетел. Найс. Хули они там сидели, блядь, в это время больные, что ли? Это же китайцы. Они все сдохли там? Да. Да. Так я лежусь, ложусь, быстрый пью. Лежусь? Лежусь. Так, вижу типов 300, да? Ой, ВМ. Далеко, близко. О, стекляхи. Там аэродроп лежит, с него, наверное, вытащили ВМ. Ага, видел, наверное. Выпрыгнул с окна. Он сиканул, блядь. Сиканул? Еще левее. Три чела тут. Помогите. Чипы, блядь, где наши? Алло, всё команда. Далеко. Блядь, нашим пиздам. Игорь, халди, да куда ты бежишь? Блядь, я не кончу. За камень надо, слышь, прятаться. Или чё? Блин, как отключить это дерьмо? Ой, метки. Я за камень пошёл. Блядь, меня... А это... Типы нормально. А ты в курсе играешь, что тебя спину еще будут ебать? Не говори так. У тебя там нормально все. Че ты, блядь, делаешь вообще? В смысле? Справа, короче, авик. Чего? Сзади. Ошибка с камней сзади, ну. Да нет, я думал, мы, ну, когда дали инфу, что типа нас команда еще подтянется. Ну я побежал, я сразу побежал с этого момента. Ну я в другом конце круга был, я же чекал тогда тех типов. Просто мы бы с камней их там на уграни вези, брата. Приняли. Господи Иисусе. И мы еще топ-5. Да. Один человек живый, и мы топ-5. Там просто все по одному, челики. Вы супер далеко от меня были.